Первый выпускной бал прошел в лицее МГИМО имени Горчакова. Аттестаты об общем среднем образовании получили 18 лицеистов. Две выпускницы закончили учебу с золотыми медалями. Горчаковский лицей образовался 8 апреля 2016 года на базе Одинцовского кампуса МГИМО. С первых дней обучения здесь занимаются углубленным изучением иностранных языков и по дисциплинам международного профиля. Лицеисты могут выбрать два направления учебных программ – социально-гуманитарный и социально-экономический. С праздником выпускников поздравил директор Одинцовского кампуса МГИМО. Но главный выпускной для всех подмосковных школьников состоится уже завтра в парке «Патриот». Из Одинцовского района на праздник поедут более 1211 одиннадцатиклассников. Для них выступят российские звезды. Увидеть главный выпускной смогут и зрители нашего канала. Прямая трансляция начнется в 17:00.